Дэниел Дэй родился и вырос в Гарлеме, на 129-й улице в Лексингтоне, в обычной семье. Его отец Роберт был государственным служащим, а мать Лили – домохозяйкой. Помимо Дэниела, у них было еще 6 детей – 3 мальчиков и 3 девочки. Имя, под которым он станет известен, молодой человек получил от пожилого мужчины, у которого он выиграл в кости. Его звали Деппер Дэн, и имя перешло победителю. Круг интересов у молодого человека был крайне обширным. Он мечтал стать писателем и в начале 60-х даже подрабатывал в местной гарлемской газете. Также Дэниел всерьез увлекался азартными играми, на которых ему удалось заработать достаточно приличную сумму денег. На них-то он и открыл в 1982 году свой первый именной бутик. Но как простой парень из Гарлема и любитель азартных игр стал настоящим портным? Давайте узнаем. Изначально Дэн планировал стать оптовым продавцом одежды, но вскоре столкнулся с некоторыми предубеждениями со стороны его поставщиков. Они просто-напросто отказывались продавать ему текстиль, кожу и мех из-за расовых предубеждений или из-за того, что он был выходцем из Гарлема. Открытие его магазина в начале 80-х совпало с эпидемией крека и расцветом хип-хоп-культуры. Именно такие ребята и станут его первыми и самыми платежеспособными клиентами. Его первый бутик был размером с небольшой продуктовый магазин, куда клиенты приходили после разгульных вечеринок и ночных клубов. Сам же Дэн спал в импровизированной квартире в задней части бутика. Во-первых, потому что его магазин работал буквально 24/7. А во-вторых, любой из его клиентов мог ввалиться абсолютно в любое время суток и потребовать срочный ремонт одежды. И вот в один из прекрасных дней на пороге его бутика появился Лил Мэн по кличке Малыш. Один из таких постоянных клиентов. Дилер, который работал на гарлемского босса Джеймса Джексона. В магазин он пришел не один, а вместе со своей девушкой. Все, кто тогда находился в помещении, облепили подружку гангстера и начали что-то оживленно обсуждать. Когда Дэн подошел ближе, то увидел в руках у девушки маленький коричневый клатч из натуральной кожи. На нем было тиснение из заветных золотистых букв L&V. Тогда я впервые увидел что-то от Louis Vuitton так близко. Это была прекрасная сумочка, сделанная с искусственным мастерством. Я видел, что она дорогая. Как человек, знающий толк в коже, я восхищался ее отстрочкой и тем, как чернила легли на кожу. Но больше всего меня очаровало то радостное волнение, которое появилось среди моих клиентов при виде этого клатча. У меня в голове мысли тут же закрутились, как шестеренки. «Вам нравится эта маленькая сумочка?» – сказал я малышу и его девушке. «А представьте себе целую куртку». «Эй!» – сказал малыш загоревшимися глазами. «Ты можешь такую сделать?» «Еще как могу», – ответил я. Правда, на тот момент амбициозный молодой человек понятия не имел, как это осуществить и насколько далеко он зашел в своих обещаниях. Но малыш был не тем человеком, с которым можно было бы шутить. Поэтому на следующий день Дэн надел свой самый лучший костюм, запрыгнул в свой Мерседес и отправился на 5-ю авеню. И хотя бутик Louis Vuitton находился всего в 3 километрах, он как будто попал в другой мир. За считанные минуты пейзаж за окном его автомобиля начал меняться. От трущоб и пустырей до таунхаусов и витрин роскошных магазинов. В то время нью-йоркская мода переживала бурную эпоху. Уолл-стрит процветал, как и наркоторговля, которая, в свою очередь, несла в культуру яркость и избыточность. Предметы роскоши становились символом статуса, а такие исторические европейские бренды, как Louis Vuitton и Gucci, например, становились предметом вожделения каждого. Когда он вошел в бутик, он оказался там единственным чернокожим покупателем. Он буквально чувствовал напряжение продавцов и неусыпный взгляд швейцара. В голове гарлемского дизайнера роилась масса мыслей. Во-первых, стало предельно понятным, почему его клиенты не хотят покупать здесь вещи. Оно и понятно с таким-то отношением. Во-вторых, пометуя не сильно радушный прием, он понимал, что обратиться к хозяевам магазина с предложением о сотрудничестве он не может. И хотя его вещи, которые продавались в его магазине, ничем не уступали по качеству Louis Vuitton, все же он понимал, что сотрудничества не будет. Беглое исследование ассортимента показало, что в магазине нет ничего, кроме чемоданов и сумок, а из-за этого куртку не сошьешь. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, у вас есть какая-нибудь одежда? Кожаные куртки, пальто?»
Мы производим только изделия из кожи. Можете попробовать поискать что-нибудь в Гуччи. Это соседний магазин. Дэну не оставалось ничего, кроме как последовать рекомендации продавщицы. Но когда он вошел в бутик Гуччи, там он тоже не увидел ничего, кроме сумок, ремней и лоферов. Был небольшой выбор одежды, но она выглядела настолько скучно, что ни один из его клиентов не согласился бы надеть это на себя даже под дулом пистолета. Более того, ни на одной из вещей не было того заветного логотипа Гуччи. В то время все европейские бренды считали хорошим тоном их прятать на подкладке. Но клиентами Деппердена были не европейские аристократы, а простые гарлемские ребята, которым такой стиль точно не пришелся бы по вкусу. И вот, когда он уже собирался уходить, расстроенный тем, что не сможет сдержать обещание, данное малышу, его взгляд привлекло нечто интересное. В Гуччи висели чехлы для одежды. В отличие от других товаров, представленных в магазинах, чехлы были шиты из длинного отреза ткани. И его-то уж точно хватило бы для того, чтобы сшить куртку. Когда Дэн снял один чехол с вешалки, он мгновенно понял – это именно то, что нужно. Он схватил его и пошел на кассу. Только чехол для одежды, сэр? Да, только он. Как только он вернулся в свой бутик в Гарлеме, он немедленно принялся за работу. Когда куртка была готова, малыш отправился к ней на какую-то вечеринку вместе со своим боссом Джексоном. Банда наркоторговцев вечно устраивала пышные вечеринки, на которые каждый из них пытался перещеголять друг друга. Куртка от Гуччи произвела на них такое же впечатление, как сумочка Луи Виттон в магазине у Деппердена в руках девушки-малыша. Всю вечеринку только и было слышно перешептывание между собой. Ты видел, во что одет малыш? Черт возьми, это очень круто. Ты видел, что на малыше? На следующее же утро Джек стоял на пороге магазина Дэна. Черт возьми, как ты можешь позволить моим подчиненным выглядеть лучше меня? Он тоже хотел куртку Гуччи, а Дэн прекрасно понимал, что как только он появится в ней, каждый гангстер в Гарлеме захочет себе такую же. А это значило только одно – ему понадобится много чехлов. В тот же день он вернулся в бутик Гуччи и скупил все чехлы, которые там были. Потом он стал появляться там каждую неделю, а после и каждый день. И начался бум. Все хотели вещи с кричащими логотипами. По мере того, как все больше клиентов просили сделать им такие же куртки, Деппердэн прекрасно понимал, что он уже не сможет удовлетворять спрос потребителя, довольствуясь лишь ежедневно походом в бутик Гуччи. Материалов от чехлов было недостаточно. Их хватало лишь на какую-то отделку или незначительные детали, но не на весь костюм. А гарлемская публика требовала именно костюм целиком с кричащими логотипами от Гуччи. Ведь покупателями Деппа на тот момент были сливки рэп-тусовки и настоящие наркоторговцы. То есть те ребята, которых хлебом не корми, отдай показать свою крутизну. Тогда-то Дэн и задумался, что нужно каким-то образом переходить на производство материала, из которого он бы сам мог шить свои изделия. И тогда он задался простыми и логичными вопросами. Как Луи Виттон наносят свои чернила на кожу? Как бы и мне научиться делать то же самое с высококачественной кожей? Как сделать так, чтобы чернила со временем не выцветали? И самое главное, как печатать на коже, предназначенной не для чемоданов, а для одежды? Ни на один из этих вопросов у Дэна на тот момент ответа не было. Поэтому он сделал как обычно. Начал изучать, читать и экспериментировать. Спустя несколько месяцев после начала экспериментов ему уже не требовались чехлы от Гуччи. Он мог и сам наносить рисунок на кожу и делать монограммы. Но тут возникла другая проблема. Ему нужно было убедить таких ребят, как Джексон, что его вещи ничем не хуже, чем вещи именитых брендов. Ведь была велика вероятность, что они просто-напросто не захотят надевать на себя подделки. Ему предстояло убедить их в том, что он не подделывает вещи, он делает их более совершенными. Джек на секунду задумался, рассматривая в зеркале свою новую кожаную куртку с принтом Louis Vuitton. Он повернулся влево, вправо и снова влево. Провел рукой по монограммам, напечатанным на коже. Наконец он сказал: «Да это чертовски круто!» Я хлопнул в ладоши. «Если уж я получил одобрение всеобщего любимца, значит, очень скоро у моих дверей столпится весь Гарлем». Так и случилось. В его магазин хлынули толпы покупателей, которые прекрасно знали, что ни Гуччи, ни Луи Виттон не производят предметов одежды. А это значило только одно –
Все они здесь, потому что им безумно нравится то, что делает Dapper Dan. Одним из таких покупателей стали Эрик Би и Ракин. Это молодые и талантливые рэперы, широко известные в узких кругах. Ребята только-только подписали контракт с Расселом Симмонсом из Island Def Jam. Они хотели сняться на альбоме в чем-то особенном, чтобы отразило их индивидуальность и дух двух молодых уличных парней из Гарлема, которые осмелились назвать свой альбом Paid in Full. Им нужно было что-то очень крутое, очень культовое. Для обложки Paid in Full я создал две одинаковые черные кожаные куртки с черным принтом Gucci. В качестве деталей на воротнике, манжетах и карманах я использовал принт Gucci на белой коже. На переднюю часть обеих курток я добавил черную и белую кожу, чтобы сделать логотип Gucci с двумя зеркальными G. Я знал, что в это время в моде были яркие спортивные костюмы в стиле бибоев и кроссовки с широкими шнурками. Но я хотел вывести этот образ на следующую ступень эволюции. Я хотел, чтобы мальчики превратились в мужчин. Пластинка Paid in Full вышла в 1987 году и стала настоящим хитом, а после и вовсе получила статус платиновой. Тогда-то все рэперы, как некогда дилеры, стали задаваться вопросом, где взять такие вещи, как у ребят с обложки этого альбома. Теперь вместе с могучими боссами из Гарлема бутик Деппа осаждали и представители рэп-тусовки. Все они хотели одеваться именно у него. Его вещи мгновенно стали мейнстримом, стали культом. Все шло хорошо до тех пор, пока кто-то не прознал, что в Гарлеме есть место, где делают вещи с логотипами известных европейских брендов. Первыми с обыском в магазин Dapper Dan пришли представители Louis Vuitton. В один прекрасный день ко мне ворвалась группа вооруженных следователей и начала снимать с вешалок одежду, как будто она принадлежала им. Адвокат вручил мне их документы, объяснив, что товар конфискуют из-за незаконного использования товарного знака Louis Vuitton. Они начали складывать всю сшитую мной одежду с символикой Louis Vuitton в мусорные мешки и выносить их наружу. Несмотря на то, что на тот момент компания не выпустила ни одной куртки или свитера, они всучили мне бумаги, в которых говорилось, что вся моя продукция была незаконной. После этого Дэн начал прятать одежду в подвал. Он даже одолжил у одного из своих приятелей бойцовскую собаку, которая сидела на входе. И какое-то время это работало, и представители компании просто-напросто боялись проходить мимо нее. Но со временем обысков становилось все больше и больше. Они начали инициироваться и другими компаниями, например, Gucci и MCM. Долго так продолжаться не могло. И в конце концов Dapper Dan пришлось закрыть свой бутик. Но если вы думаете, что это конец истории, то вы глубоко ошибаетесь. Спустя два десятилетия после того, как Деп закрыл свой бутик, креативный директор Gucci Алессандро Микелли вместе с генеральным директором Марко Бизари захотели посотрудничать с ним. Исполнительный директор Gucci связался с ним и вызвался приехать в его гарлемский особняк, чтобы провести там презентацию. И вот в 2018 году для круизной коллекции Gucci Алессандро Микелли создал жакет, идентичный тому, который Dapper Dan шил для Дайан Диксон. В оригинальной версии рукава-фонарики были украшены логотипом Louis Vuitton. Микелли, естественно, сделал их с логотипом Gucci. Однако цветовая гамма, фасон и идея остались точно такими же. Публика приняла это с восторгом. Однако были и те, кто возмущался поведением Gucci. Ведь они были одними из тех, кто два десятилетия назад буквально вывели из бизнеса Dapper Dan. Так или иначе, но это сработало. Gucci помогли Dapper Dan снова возобновить свой бизнес. Сейчас он занимается пошивом мужской одежды на заказ. И это даже как-то иронично, ведь именно Dapper Dan в 80-х годах был тем человеком, который указал таким гигантам, как Louis Vuitton и Gucci, что мимо них проходит огромный финансовый поток. И то, что они теряют миллионы долларов, отказываясь производить одежду. Именно благодаря ему мы с вами сейчас видим на подиумах и на красных ковровых дорожках наряды от этих именитых брендов. И кто знает, были бы Луи и Гуччи такими культовыми брендами, если бы не обычный парень из Гарлема. Ну а если вам понравилось видео, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. До встречи в следующем видео!